Дананг – один из самых больших и густонаселенных городов Вьетнама, находится на побережье Южно-Китайского моря. Здешние места отличаются мягким и теплым климатом и имеют все условия, чтобы стать всемирно известным курортом. Но до текущего момента он так и не был избалован вниманием туристов. И это удивительно, побывавшие здесь признают пляжи Дананга одними из лучших в мире. Чтобы привлечь больше людей, власти города решили открыть неподалеку смотровую площадку. Идея была воплощена в виде изогнутого пешеходного моста, построенного на высоте 1414 метров над уровнем моря. Золотой мост, как назвали его местные власти, поддерживает две огромные руки, выходящие из скалы. Пешеходная зона имеет длину 150 метров. С моста открывается потрясающий вид на долину, леса, поля и сам город Дананг. Со своей задачей новая туристическая достопримечательность Вьетнама отлично справляется. Информация о сооружении стремительно распространилась по всему миру, буквально через несколько дней после открытия. Нет никаких сомнений, что вскоре Дананг ждет большой поток отдыхающих. На этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.